После утренней дойки завалилась на диван, включила настоящую жизнь, смотрю, балдею. У нас по телевизору Серегин аккаунт ютубовский, а на ноуте у меня свой. Вот я включаю на своем их же. Мне же надо комментарий написать. А то я с ребятами сейчас общаюсь только непосредственно на ютубе. Раньше на фермере, а сейчас на фермер всем некогда. Оп, непосредственно на ютубе. Вот так вот. У меня сегодня время после дойки проходит. Так там против солнца, кого тебе покажу? Как где? Ну, в лоб. Надо, да? Я же ни хрена не вижу. Вот отсюда зашли. И оттуда не надо. Вообще нигде не надо. Да. Что надо-то? Припахали меня, понимаете. Здравствуйте, наши дорогие зрители. До свидания. С вами Валентина Ял, канал «Алтайский край. Глазами под маслички». Сегодня у нас первый огородный день. 14 апреля. Очень быстро все растаяло. Как красиво на фоне навозной кучи смотрится. Люба, поулыбай. А что я еще капюшон-то одел на улице? 15 градусов. Я не знаю, кто ее вообще шапку даже зарядил. Люба у нас капюшон. Так, что у нас? Ну все пока. Ну вот и все. Можешь сфотографировать. Не хочу. Помогай. Вот. Туда, вот туда. Вот вперед бери. И аккуратненько. Да подойди, а то что тянешься. Ты вот здесь вот должна вот так вот скрепсти. Ты подойди, как мама. Встань вот сюда. Не сюда. Все, скреби, а я буду тыкать. Куда? Куда? Куда дальше? Тыкай куда? Тыкать куда, спрашивает. Вот, греби, греби дальше. Давай. Немножко пророс. О, молодец, давай греби. Чего? Обычно в это время прорастает много уже. А тут маленькая такая. Я не знаю, что-то, в общем, не очень он мне нравится. Но другого нет. Мама, это розовое. Я вижу, это розовое грабли. Грабли. Побольше надо. Плоскорез это вообще-то. Люба, дай еще я прорежу, потому что очень мало. Все, давайте. Все. Заканчиваем. Все, можешь бежать. Эпопею. Куда мне бежать? Все тоже. 14 апреля у бабушки уже у нас помидоры высажены. Редиска он уже. Скоро салатик пойдет. Кто пойдет? Салатик. Салатик. Ой, Тася. Я только приготовила место. Надо тоже сегодня посеять. Ты не трогай дверь. Вот уже и стадо выгнали, наверное, фермерское. Потому что свое стадо. Нет, ну есть, наверное, в карасях, да, такое? Нет, все равно так. А вон еще. А вон еще. Вон там стоит. Вон там стоит. То есть вообще всех они, видать, выгнали. С фермеры. С фермы. Класс. Сколько скотины у нас заковряшенной на ферме. Сильно горит на том берегу. Возможно, даже возможностями здоровья доступен ряд бесплатных. Возможно, но в общем что-то сильно горит. Коров повыгоняли, ну так немножко, да, но что-то как-то очень большой охват дыма стал. Он пока едем, становится больше и больше, поэтому непонятно, что так сильно горит у нас. Здесь всегда так красиво.
время года. Куда-то все спешат, спешат. Куда-то все опаздывают. Там вот заводь. Или река. Или непонятно, что там. Здесь уже готовят посевные комплексы. Уже скоро сеять собираются. Там вон джондиры стоят между ангаров. Так попробуем. Вот один. Проехали, наверное, быстро, не видно. Лошадки. Сейчас джондир будет виден. Я же не буду рядом фотографию это снимать. Трактора со стогометом. Пыхтит. Пыхтит. Коровы все что-то повыпускали. Они, наверное, всегда так выпускают. Наши обычно выпускают с 20 числа. То есть к 20 числу все заборы закрываются, которые открыты, все калитки закрываются, и скот выпускается на волю. Причем на волю полную. Куда захотели, туда и пошли. Вот снова жгут вдоль дороги. И машина едет, проверяет аккуратно, чтобы где ничего не загорелось. Ничего себе дождячок. Папка решил закрыть доилку от дождя. Ну, а я пойду в теплицу. Под дождем в теплице самое время. Там хорошо и не капает. Ух, дождище-то какой! Шумит. Здесь потихоньку стихает. Меня и не слышно, поди. Красота! Первый весенний дождь. Ну, а теплица потихоньку приходит в вид человеческий. Сегодня у нас 15 число. И мы пошли на озеро. Ты все время горел, теперь перестал гореть, когда надо. Там булькает. Я знаю. Что ты мне булькаешь? Заняты. Одна с котом, одна какую-то тут сделала. Без всякого напряжения, не кричит совсем, да? Идиллия. Дети, коты. Все довольны. Да? Вот. Этот вообще улыбается, у него уже, наверное, как они называют, скулы уже болят от улыбки. Он лежит и улыбается.